Это первый раз в жизни. Я тоже. Можно смотреть вверх. Ну, тоже нормально. Угу. Раз, два. Дорогие коллеги, позвольте мне прежде всего поблагодарить вас и организаторов этого мероприятия за возможность выступить здесь. То, что сегодня прозвучит в моем исполнении, является расширенным комментарием или, так сказать, расширенными размышлениями по поводу подготовленного мной лексикографического материала для очередного тома, утвержденного печати, к печати для очередного тома словаря русского языка XI-XVII веков. Наверное, было бы банальным и лишним утверждать, что лексикография – это комплексная дисциплина, в связи с чем авторы словарных статей зачастую вынуждены сталкиваться с малознакомым с точки зрения своих собственных ближайших научных интересов, с малознакомым материалом. Собственно, одним из таких малознакомых для меня материалов был материал, цитатный материал, связанный с сочетанием «Тайная дума». Ну, я пошел по самому короткому пути и очевидному пути, значит, благодаря которому я подчеркнул для себя следующее. Тайная дума, ближняя дума, она же тайная дума, она же комнатная дума, совет из наиболее близких к великому князю, а затем царю деятелей, действовал в русском государстве в 15-м, начале 18 веков, наряду с Боярской думой, Советской исторической энциклопедией и так далее. Я не взял на себя труд проследить источники этих сведений по моим, так сказать, предварительным соображением источником являются соответствующие работы Ключевского, но, еще раз говорю, я не проводил в связи с этим необходимых библиографических разысканий. Это определение вошло во все, ну, или, наверное, по крайней мере, почти все общие энциклопедические словари, которые повторяют определение Советской исторической энциклопедии. На мой взгляд, это означает, что именование Ближней Думы Тайной Думы признается фактом русской политической терминологии и не подвергается сомнению. Однако лексикографическая обработка доступных данных заставляет усомниться в простоте и очевидности выражения... Спасибо. В простоте и очевидности выражения «Тайная дума» по отношению к Институту коллегиального управления в Московской Руси. Разумеется, я не оспариваю факт существования Ближней или Комнатной Думы как, так сказать, институционально неоформленного круга наиболее приближенных к царю бояр. Это вопрос очевидный. Меня в данном случае интересует терминологический аспект. Думаю, что критика, историческая и лексикографическая критика этого понятия возможна в данном случае методами лексикографии. Полнота материала. Лексикографическая обработка обеспечивает именно полноту материала. Как? Помимо картотеки, картотеки словаря XI-XVII веков, которая, кстати, поздний древнерусский период учитывает с равной степенью полноты на всех словарных отрезках, мы пользуемся, коллектив словаря XI-XVII веков пользуется всеми известными изданиями древнерусских, старорусских памятников, снабженными словоуказателями. Работа эта не очень кропотливая, поскольку эти издания обобщены в базе данных под названием «Сводный словник русского языка», словаря русского языка XI-XVII веков, который опубликован в интернете и регулярно пополняется. Пополняется он за счет технической работы, сканирования и распознавания появляющихся изданий, не снабженных словоуказателями. Это довольно представительный, это не корпус, так сказать, в техническом смысле, но корпус в таком, скорее, обиходном употреблении, корпус памятников, который лексикографически обработан, и лексикографическая полнота которого достаточно, чтобы делать определенные выводы. Так вот, к чему приводит наблюдение над материалом, над примерами употребления словосочетания «Тайная дума», которые перед вами в ваших материалах представлены исчерпывающе. Итак, еще раз, в ваших материалах представлены все случаи употребления словосочетания «Тайная дума».
Древнейшей фиксацией употребления словосочетания «Тайная дума» является пример номер 4. Этот пример номер 4 сопровождается толкованием в том виде, в котором это толкование вошло в словарь. Знак вопроса в данном случае добавлен мной. На подписи грамоты пишет некто, из общего контекста ясно, что это эрцгерцог австрийский Максимилиан, тому дражайшему нашему опричненно-любительному и так далее Борису Федоровичу, речь идет о Борисе Годунове. «Тайные думы думцу». Так, древнейшая фиксация этого термина представлена в тексте, который представляет собой перевод с неизвестного или не сохранившегося немецкого оригинала. Оригинал, еще раз добавляю, нам неизвестен. Речь идет о том, что Борис Годунов является членом некой тайной думы. Следующая по древности фиксация – это пример номер один, который представлен в «Вестях курантах». Перевод с немецкого языка, немецкий пример номер один, «Тайный совет» и так далее. Немецкий оригинал найти не удалось. Как известно, немецкие оригиналы к вестям курантов первым пяти томам установлены нашей шведской коллегой Ингрид Майер в указателях к ее двум ее монографиям, посвященным глагольному управлению. В «Вестях курантах». Так вот, именно к этому тексту немецкого оригинала не существует. Однако совершенно очевидно, о чем здесь идет речь. Речь идет о том, что сочетание «Тайная дума» обозначает здесь не московский, не институт, не властный институт Московской Руси, а тайный совет, «Гехаймерат» или «Гехаймрат». Второй пример, наконец, дает нам надежную германскую параллель. Второй по древности пример. Это пункт 2. О коллегиальных органах управления в провинциях Северных Нидерландов, члены которых входили в состав генеральных штатов. Я не буду воспроизводить цитату, она довольно синтаксически прозрачна. Для этого словосочетания, наконец, появляется искомая германская параллель, правда, голландская, «Хоге», «Хаймрат», «Хеймрат», простите. Никакого отношения к московской тайной думе и вообще к боярской думе, естественно, не имеющие. Интересный пример третий, третий по порядку расположения. Словосочетание «Тайная дума» использовано в данном случае для обозначения коллегиального органа государственного управления. Строго говоря, сочетание «Тайная дума» в третьем примере оно эксплицитно отсутствует. Мы можем его, достроить или предположить, что определение «тайной», да, «тайный совет» или «дума», да, определение «тайной» относится и к «думе» тоже, при том, что формальное грамматическое согласование с прилагательного «тайной» установлено по форме существительного, который стоит в ближайшей позиции к определяющему прилагательному. Разумеется, в данном случае никакого отношения к боярской думе словосочетание «тайная дума» не имеет. Четвертый пример я пропускаю. О нем уже шла речь. Это тоже переводной текст. Переводной текст, перешедший из, с австрийской стороны. С примером номер 4, округи наиболее приближенных государю-бояр и так далее, несомненно, переводным текстом, связано словосочетание композит, да, сложное слово, тайнодумный,
это последний абзац в ваших материалах. Связан композит «Тайнодумный» Гапок с Легоминым в наших материалах. Единственный пример употребления этого слова. Определение дано в соответствии с реалией, так сказать. Речь идет о Борисе Годунове, про которого мы знаем, что он входил в состав Ближней Думы. Но в данном случае речь снова идет о тексте, присланном с немецкой, так сказать, с австрийской стороны, о тексте, у которого имеется или был немецкий оригинал. Перед нами, несомненно, перевод. Реконструировать возможный оригинал я здесь не берусь. Я не знаю, какое здесь можно образовать германское существительное, германское прилагательное. И было ли здесь прилагательное, возможно, «Тайнодумный» передает конструкцию с родительным падежом. Здесь можно спекулировать, но вряд ли это имеет смысл. Таким образом, во всех, кроме одного примера, употребление словосочетания «Тайная дума» отмечено в переводных текстах. Исконным источником этого сочетания является не московская реалия и не, так сказать, политическая терминология московской Руси, а немецкий и германский институт, известный под названием «Тайный совет», и «Тайная дума» является ничем иным, как переводом этого словосочетания. В этой связи мы не можем уверенно утверждать, что прилагательное «тайнодумный» или словосочетание «Тайная дума» в четвертом примере действительно обозначает Ближнюю Думу или Комнатную Думу. Возможно, что речь идет вообще о Думе. Так же, как и в случае с Гехаймрат, речь идет вообще о коллегиальном органе управления. В этой связи в словаре поставлены знаки вопроса. Таким образом, «Тайная Дума» не является фактом русской политической терминологии. Единственный пример употребления словосочетания «Тайная дума» в оригинальном непереводном тексте – это пример номер 5 в повести об Азовском сидении, в одной из редакций повести об Азовском сидении, где словосочетание «Тайная дума» обозначает «диван», «совет при турецком султане» и так далее. Вообще, повесть об Азовском сидении интересна тем, что это один из первых в ее редакции. Да? Это один из первых текстов, созданных в Древней Руси, где активно используется заимствования, связанные с реалиями иностранной жизни, для описания реалий другой иностранной жизни. Да? То, что германизм «Тайная дума» употреблен по отношению к туркам, разумеется, не означает то, что при султане существовал Гехаймрат. Словосочетание употреблено, с поэтической целью, для того, чтобы подчеркнуть, так сказать, экзотический колорит описываемого события. Подчеркиваю, что именно для повести об Азовском сидении такое употребление не уникально. Это подтверждается следующими примерами. Второй абзац снизу, за номером 2, о высоком титуле у турок и лице, носящем этот титул. В одной из позднейших редакций повести об Азовском сидении описывается шествие, которое сопровождает султана. Значит, в этом описании сказано, что султана сопровождают паши и тайши, а по-русски князи и бояра, паши и тайши, и полковники, и так далее.
Значит, слово «тайшаникова» отношение к тюркскому, лексикону не имеет. Тайша – это монголизм, представленный в большом количестве примеров. Он обозначает первый после хана феодальный титул у монгол, калмыков, бурят и маньчжуров, а также лицо, носящее этот титул. В третьем абзаце снизу представлена соответствующая этимологическая справка. Пример в данном случае приведен один, но их довольно много. Значит, перед нами таким образом употребление в повести об Азовском сидении, случай употребления словосочетания «тайная дума» является ничем иным, как способом, так сказать, ничем иным, как экзотизмом, выполняющим довольно тривиальную эстетическую функцию. Типологически этот пример сопоставим словосочетанием вроде «татарская сакля» или «армянская сакля». Да, как известно, сакля является грузинским заимствованием в русском языке. Тем не менее, Лев Николаевич Толстой видел на Кавказе татарские сакли, да, которые не имеют отношения ни к татарам, ни к саклям. Да. Тем не менее, экзотизм позволяет создать некий поэтический мир. Собственно, это все, что я собирался сообщить, и предложенные вашему вниманию соображения являются, на мой взгляд, ничем иным, как лексикографической критикой или источника лексикографической критикой некоего историографического мифа, пусть советского периода. Но, тем не менее, я думаю, что нам, в смысле, авторам словаря, удалось тем самым приумножить или уточнить наши знания о Московской Руси, в частности, о ее политической терминологии. Спасибо. Вопросы? Вопросы, пожалуйста. У меня такой вопрос, не будучи абсолютно специалистом в этой области, меня заинтересовала бы какая вещь. Значит, случаев употребления термина «тайная дума» очень мало. Термин, ясно, что заимствован. Он для того, чтобы его использовали в качестве экзотизма или как бы то ни было уже в оригинальной литературе, он должен был каким-то образом закрепиться в языке, чтобы быть понятным просто вот читателям. Как вы это объясняете? Ну, я думаю, что... Прошу прощения, можно чуть-чуть коротко сказать смысл вопроса, потому что не будет он записан на микрофон. А, я понимаю. Для трансляции. Так, смысл вопроса состоит в том... Да. Как объясняется использование германизма, фразеологического германизма «тайная дума» в повести об Азовском, в одной из редакций повести об Азовском сидении, если этот германизм не был укоренен в языке, да, и количество примеров крайне ограничено? Я думаю, это связано со средой, в которой создавалась повесть об Азовском сидении. Среда, связанная с московской приказной письменностью, потому что именно в этой среде писались вести куранты, через эту среду проходила документация, связанная с общением с Римской империей, собственно, древнейшая фиксация этого термина связана именно с этим. С этой корреспонденцией. Я думаю, что это не языковой факт в данном случае воспроизводится в повести об Азовском сидении, а вот какой-то факт канцелярского языка, который знал автор или один из авторов повести об Азовском сидении. То есть это вот некая такая языковая социалект, что ли, или особенность их московского приказного социалекта. Спасибо. Четвертому пункту. Мы знали запятая после начальному, как будет синтаксис, нельзя ли понимать это так, начальному тайные думы думцу и властителю. То есть существует слово начальный как самостоятельный термин, или это определение при думцу? Не знаю. Хорошо, Алексей Алексеевич, спасибо, да, я подумаю, да, возможно, да, спасибо, да, начальный дум, тем более, что позиция Бориса Годунова понятна, да, спасибо, да, возможно, запятую действительно стоит убрать, но это надо согласовать. Да. Да, близкий к начальнику что-то, там. Да, спасибо. А, слушайте.
чтение подростка. Да, мы потом, конечно, обсудим, но можно задать вопрос, сколько времени носить. Мне кажется, сейчас, если... Ну, по свежим следам, да, или по свежим впечатлениям. По горячим следам, по свежим впечатлениям. Ну, можно я тогда два слова скажу? Я просто хотел сказать, что вот доклад Романа Николаевича, он сразу мне навел меня на определенные размышления относительно тех ганзейских источников по истории Новгорода, которыми я сейчас занимаюсь. В частности, вот аспект, связанный с так называемым советом господ новгородским, которого тоже, как известно, нет, собственно, в русской письменности. Вот, а есть в иностранных источниках. Вот совет господ, значит, там брат некий. Есть письма, правда, они не переведены на русский, в русском музее, так сказать, в русских источниках не встречается этот совет. Но есть интересная такая вот определенная параллель. То есть мы видим, что, значит, в ряде случаев немцы обращаются к совету новгородскому, там просто где адресат. А в русских источниках этого нет. А параллельно с этим мы видим, значит, собственно, в новгородских документах мы видим примерно одновременно с этим появляются, значит, старые посадники. То есть, как бы вот такой момент, тоже оказывающийся в значительной степени отчасти историографическим мифом, отчасти отражающим реальность, но под другим названием. Да-да. То есть вполне возможно, к чему я клоню. Сказать, вполне возможно, что некий совет такой неформальный был там, значит, при царе. Нет, значит, Ближняя Дума-то нормально существует, я не оспариваю ее совершенно, да. Тайная Дума Гехеймерат, это такой некий фантом, имеющий отношение к некому явлению, которое реально называлось по-другому. Да, да, да. Это все-таки совершенно другая ситуация. Другая. Потому что там этот совет господ относится, является он термином или не является, это действительно вопрос, но он относится к чему-то новгородскому. А здесь... Нет, а здесь тоже. Получается, что вообще нет. Нет, здесь дело в том, что, да, тайная дума... Да. И даже не очень понятно, как это наше такое книжное знание о том, что такой термин, такое понятие на Руси существовало. Моя кульпа, да. Я согласен, что я должен был провести библиографические разыскания, чтобы понять, на чем основана справка советской энциклопедии. Само по себе действительно было бы интересно. Опять, я не готов сейчас подтвердить свое мнение. У меня не было для этого достаточно временных и физических ресурсов. Но, по-моему, это восходит, к Ключевскому, который цитировал в этом случае письмо древнейшую фиксацию термина, то есть это номер 4. Здесь все-таки, да, есть. Угу. Казалось бы, пример очевиден, с очевидным значением, да, ну и все, и отсюда следует, что... Нечто, называвшееся на самом деле по-другому. Знаете, коллеги, а можно мне вопрос задать? Да. Скажите, пожалуйста, насколько в этом случае являются правомерны, поскольку словарь, так сказать, хотя находится, сдан в печать, но тем не менее возможны уточнения, а насколько в этом случае правомерно действительно толкование данные под номером 4? Округи наиболее приближены к государю думных бояр, именовавшимся и так далее. А вот уверены ли мы, что можно ли быть... У меня здесь стоит знак вопроса. Я как-то пытался артикулировать в своем докладе, может быть, недостаточно внятно. Уверены ли мы, что здесь действительно речь идет о Ближней Думе, а не о Думе вообще? Потому что если здесь предполагается немецкий оригинал «Geheimrat», то никакой Ближней Думы здесь быть не может. Борис Годунов назван... так сказать, начальным, приближенным к началу, да, членом Тайного Совета, но не более, то есть членом Думы. Вот о чем речь и в чем, так сказать, состоит некая лексикографическая... Если составить знак вопроса, поскольку, ответ на этот вопрос зависит от того, что от точного значения немецкого словосочетания «Geheimrat». То есть и сопоставление его с Думой. Из русских источников, в общем-то, ни о какой Думе, так сказать, вот... Ближней Думе? Точно неизвестно. Вот. Но, значит, скорее всего, это моя такая гипотеза,
скорее всего, имеется в виду здесь, что Борис Годунов был членом некого, ну, типа, условно говоря, избранной рады. Ну, да, это факт. Это факт. Да. Такого, как бы, политбюро ЦК КПСС, но не формально. Что написано в статье словаря под титулом «Ближняя дума»? Ну вот я прочитал определение сейчас. Ближняя дума, тайная дума, комнатная дума. Совет из наиболее близких к великому князю, а затем царю деятелей. Действовал в русском государстве в 15-м, начале 18 веков. Наряду с Боярской думой. Так вот не факт, что... Тут отключен термин «тайная дума». А что, а какие примеры под этим? Никаких. Ну вот и... Вот в том-то все дело, что следующий вопрос, а насколько правомерно вообще сопоставлять тайную думу с ближней или комнатной думой? Не нужно ли считать, я склоняюсь к этому мнению, неправильным ли было считать, что тайная дума, германизм тайная дума обозначает не что иное, как просто дума, боярская дума? Задача исследования. Все примеры здесь... Но в любом случае в определении ближняя дума, вероятно, тайну либо не следует давать, либо давать со знаком вопроса. Потому что это уже интерпретация исследователя, которая может быть такой или эдакой. В данном случае то есть однозначного соотнесения, бесспорного соотнесения да. Нету. Значит, либо нельзя давать, либо знак вопроса. Речь идет сейчас о том, как толковать тайное, да, дума, да. Потому что это насущный, так сказать, вопрос. Ваше слово «тайное» применительно к учреждениям, а в, как известно, в русском языке 16-17 века встречается, приказ тайных дел был, так что ну, да. Такие вещи есть. Так что тут мы, конечно, специально... Посмотри, что в картотеке написано, на да. Ближнюю думу, а. На тайну. Ну, на тайну примеры все, да? Ну да. Не обязательно в думе, может быть, там тайна, тайна еще что-нибудь. Да, тайна, ну, приказ тайных дел растолкован в тайне, в приказе... Нет, совершенно это семантика слова «тайный» достаточно для того, чтобы приписать значение «тайная дума» именно то, о чем мы говорим. То есть то, что совершается, так сказать, да, в тайне от кого-либо. Это может быть и наушничество какое-то, это может быть и заговор, и все что угодно. Ну вот, например, единственный из оригинальной русской литературы, из Польши, ну, да. Намекает как раз на то, что речь идет не о думе, а именно о каком-то избранном совете. Ну, да, 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 совершенно верно, ближние свои. Это. Да, да, да. Гендиадис, которым одним и тем же говорит. Да. Ну, пожалуй, да, то есть это единственный пример. Тоже угу. Да, единственный пример, который свидетельствует в пользу того, что германизм был еще к тому же и переосмыслен, или мог быть переосмыслен на русской почве. Если бы это оригинальный представитель ну, да. русской литературы, тогда, конечно, он был переосмыслен, как иначе. Ну, политически, да, с точки зрения... Ну хорошо, спасибо большое.